нас Long Beach, один из больших портов мира. Сан-Педро. Прекрасный мост, прекрасный вид. Вон он, океан. Лузер какой-то там. Тут контейнеры загрузились. Тут своего часа. Вот, вот в этом порту, в общем, я взял свой контейнер. Контейнер Walmart, цвет, как в России, Ашан, Магнит. Прибыл с Китая, короче. Вот, вот где-то вот так. Да, вот здесь, вот в этих вот линиях. D8, короче. Там линии идут вот эти вот A, B, C, D, E, F. Вон он кран грузит, если видно. В общем, это близко с Лос-Анджелесом. Там еще один корабль. Так. Нет, нет. Не сейчас. Прекрасный вид на город. Утро. Это уже позднее утро. 10:30. Едем в сторону Лос-Анджелеса. Будем проезжать в Лос-Анджелес. Едем на Холливуд. Норт Холливуд. Так, эти две линии мои. Harbor Freeway. Take the exit right. Там будем брать маршрут. After 800 yards, keep left. Что ты так тихо едешь, на друг мой, любезный? Надо его обогнуть и выехать. Нравится, конечно. А что делать? Вот он порт с этой стороны. Я его объехал. Огромный, огромный, наверное. Может, самый большой, да, в мире. Надо погуглить, посмотреть. В прошлый раз вот в этом терминале брал, потом в этот раз на APL. На APL, как он расшифруется, Апалачи, наверное. А так что такие дела. А едет у нас этот контейнер в Иллинойс. Там на ярд, с ярда потом его развозят сами. Это хорошо. А иногда с порта в порт, это тоже канители. В порту там разные причиталы, разные там, в общем, нужно платежки заплатить, чтобы взять. А тут вот. Тут хоть помучился, а там быстренько все это сдал и избавился. Ну, расстояние 2100 майлсов. Это если по прямой. Немножко я объезжаю, получается 2250. Это получается, ну, 3200, 3400 где-то, да, вот так. Километров нашинск. Вот еще все, этот порт продолжает. Продолжение. Дорога открытая, все уже разъехались по адресам. Сейчас уже через 2 часа будет опять, как жуки эти навозные выходить, да? Трактористы, шофера, путешественники в дорогу, короче. Сейчас едем по направлению Лос-Анджелес. Будем прямо посередине пересекать. Это 110-я дорога, она прямо посередине. Был объезд по 405-й, но там на 20 минут задержка. Решил все-таки по прямой. Все объезжают, наверное, поэтому. Все думают, что Лос-Анджелес пробка-пробка. Все объезжают и как бы тоже искусственно пробку создают. Так, а мы-то едем 65, блин, 100 с копейками, блин. А тут 55, блин, превышаем на 25 километров. Нехорошо. 55 это по майлсу. Вот такие дела. Ну, еще там в Голливуде съемку сделаю, посмотрю, если не забуду. Иногда бывает, что подъехал, там негде припарковаться, и только думаешь быстренько взять и убежать. А там много я брал. Когда на машину возил, блин, в таких местах, в Диснее, и здесь в Калифорнии Диснее, во Флориде Диснее брал груз. Там,
также North Hollywood, везде, короче. Окей, всем пока. Ну вот, проезжаем Лос-Анджелес. Туман, хороший такой туман есть. Немножко такая легкая пробочка образовалась. Но ничего, не впервой прорвемся. Осталось еще 16 майлсов. Едем в Норт Холливуд. Да. Давайте уж шевелите булками. Перестраиваются тут. Нам пока на экзит, так что нам не надо перестраиваться влево. Подождешь. Вадим хотел просунуться. У меня возможности нет, как бы поступать. Мне надо было. Окей. Походу будем двигаться.